Друзья, привет! Кухня «Простая и сложная» снова с вами. Сегодня я вам покажу очень простой домашний блинный торт. Для этого нам понадобится молоко, мука, яйца, сахар, соль, немножко растительного масла, сгущенное молоко и сметана. Берем кастрюльку, в нее добавляем яйца, сахар, соль, перемешиваем и вливаем молоко. Влили молоко, перемешали, вливаем растительное масло и начинаем добавлять муку. Тесто должно получиться ровное, очень жидкое, достаточно жидкое, чтобы блинчики получились тоненькие-тоненькие. Посмотрите. Прекрасно. Тесто готово. Дадим ему постоять минут 15-20 и начнем выпекать блины. Тесто постояло. Начинаем выпекать блины. На разогретой сковородочке отпекаем тоненький-тоненький блинчик. Блинчики мы отпекли, они готовы, остыли. Берем сметану, сгущенку и немного лимонного сока. Сейчас из этого у нас будет крем. С вами получится крем. Сметану я взял 25%. Начинаем перемешивать и вливаем немножко лимонного сока. Лимонный сок должен придать консистенцию нашему крему. Он будет достаточно жидкий, не пугайтесь. Ну вот смотрите, крем вот такой хороший получается. Как я и сказал, торт очень быстро делается, очень вкусный. Но все равно скажу, что его нужно делать заранее. То есть его желательно сделать на ночь, поставить в холодильник, чтобы он настоялся, пропитался. И вот такой крем у нас получился. Посмотрите, вот он чуть-чуть, немножко густой, но не очень. Начинаем собирать торт. Берем блюдо, тарелку, что вам нравится, какая удобная вам посуда. Мне нравится вот на этом блюде. Берем лопатку, примерно по одной столовой ложке размазываем на каждый блин. На эту закладку получается, на сковородке 22 сантиметра, получается 15-16 блинов. Друзья, и последний блин мы смазываем, обильно смазываем остатками крема. Вот такой незамысловатый торт у нас получился. Посмотрите, мы сейчас возьмем кусочек шоколадки, плитки шоколада, и вот так украсим наш торт тертым шоколадом. Друзья, блинный торт домашний, вкусный, готов. Желаю вам приятного чаепития, зовите всех к столу. И помните, готовить может каждый. Увидимся!